Привет всем, с вами енот Слаймомёт. Да, и сегодня мы играем в такую необычную игрушечку, покажу вам. Слайм, как-то там она называется, посмотрите в описании, я просто забыл. Здесь мы играем за такого вот сурового довольно слайма, хотя мир сам-то по себе такой весь приятненький вроде бы как. И мы должны проходить уровни... Уй, нас как-то немножко ударили по головушке, и мы выпучили глазы. Глазы свои выпучили. В общем, здесь смысл вот этим вот милым существом... О, у нас реклама. В общем, и мы должны этим вот этим миленьким-миленьким слаймиком пройти до конца уровня. Хотя конца уровня, как насколько я понимаю, здесь нет. Управление происходит очень просто, то есть вы нажимаете на экран своего телефона, а прыгает он сам. Всегда. Самое сложное это вот эти вот враги, через которых нужно каким-то образом так быстренько пробегать. Вот. И пролетать, так скажем, чтобы они вас не трогали. На самом деле это не так уж и просто. Давайте попрыгаем, давай. Так, хорошо, отлично. Вот, попрыгаем рядом с нашими врагами. Им, в принципе, все равно, они на нас не оборачиваются, все хорошо. Мир сам по себе тоже приятный, вот видите. Так, давай, подпрыгивай, ну подпрыгивай. Так, нет, еще раз, пожалуйста, еще раз подпрыгни, я тебя прошу. Да, вот, ой, ты, блин. Ай, я не успел. Еще раз. Так-то тут бесконечно можно проходить, и уровни меняются, то есть они никогда не повторяются. Есть такая генерация просто... О, печеньки! А, печеньки падают! Да, печеньки падают! О, смотри, у нас щит появился, видишь? Теперь, если что, то мы можем их, видите, отталкивать. Только я не знаю, сможем ли мы... Ай-яй-яй-яй! Смотри, какое облачко появилось-то над ним, недовольное, что он меня... точнее, он-то доволен, я-то недоволен. Есть сундучки, да, которые мы можем открывать и, соответственно, брать себе оружие или щит, смотря что выпадет. Вот. Уровни каждый раз... О, какой здоровый! Уровни каждый раз генерируются. Кстати, а я могу... Подожди, а я же могу по поверху. Чего я по низу-то это... О, я взял бомбу. Не знаю, что она делает, еще не брал ни разу бомбу. Вообще, без понятия. Я же могу поверху. Я почему-то все понизу старался. О, что, недоволен. Я все что-то понизу старался. Вот это вот было. Это было странно. Это было очень... И печеньки попадали. Это как-то было ненормально, я бы сказал. Нет, абсолютно. Абсолютно не то, что я хотел сделать. Вот. Совсем. Он как, знаете, мини-соник такой. Соник тоже быстро двигает. Ай, тихо. Я думал, я упаду. Но нет, все хорошо. В общем, о, я их могу... О, вы их можете еще и толкать. То есть главное, короче, не попасть под них. Тихо. О, все хорошо. Хорошо. Я испугался. Главное не попасть под них. О, смотри, там что-то там это... Крутится, я понял, что это крутится. Очень-очень противные штуки крутятся. Никогда на них не попадайтесь. Очень неприятные, абсолютно. Шипастые, падлы. Итак, в общем, игра забавная. Довольно такая, конечно, однообразная в плане действий, потому что вы делаете всегда одно и то же. Но никогда вам не наскучит в плане того, что каждый раз все меняется. Видите, здесь слева есть максимальное количество того, что вы напрыгали, сколько вы смогли сделать, так скажем, вот этих вот слэшев, да, сколько вы смогли пройти. Вот я 52 раза смог пройти, и потом меня всегда убивали. Потом... Здесь вы копите монетки, собираете, да, и за них можно купить скины, да. А вот, допустим, вот того же маленького какого-то осьминожка, да, панды, улитки, да, кстати, довольно парадоксально, да, улитка, которая быстро двигается, пчелки и даже курицы. Курица почему-то самая классная, не знаю почему, но курица у них здесь главная вообще. Хотя тут все так выглядит, как будто мини-курятник какой-то, вот действительно, такие грибочки, курятнички. Вот так вот. Мир довольно милый, видите, повсюду есть улыбки, только вот несколько вот... О, так, что мы два раза взяли... О, вот еще, ну, просто замечательно, а что? О, лук, видите, лук, и вы стреляете каждый раз, когда, собственно... Так, я не хочу его менять, поэтому просто пройдем. Вы стреляете каждый раз, когда прыгаете. Ой, а как же тут... Ой. Так, ща, погодите, сейчас, я не хочу здесь опять... Вот так, нет. Вот сейчас. Есть! О, не, надо уходить. Нет, да блин, да, чё, почему? Я нажал, но он почему-то не стал прыгать. Да, бедный маленький,
выпучи глазик, выпучи глазик. Интересно, мы пройдем когда-нибудь эту вот штукенцию или нет? Крутящуюся, но я очень хочу пройти ее. Так, так, сейчас, погодите, погодите, тут вот что-то... Тут вот так, о, нет, 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 быстрей, 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 быстрей. А, опять, опять! Вот ты подлина, падла, маленькая, маленькая падла. Как еще его назвать? Плохой слайм. Не хороший слайм. Все хорошие здесь слаймы, а вот этот вот розовая крутящаяся мельница очень плохой слайм. Вы когда будете в эту игру играть, как-нибудь отдубасьте его там за меня, за енота. За то, что он енота обижал. Вот, вот, давай, давай, вперед, вперед, вперед! О, как мы, слушай, как мы. Так, это опять недоволен моим присутствием. О, берем, берем. Так, так. Сейчас, сейчас просто настроились. На самом деле это все очень и очень легко. Давай, 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 есть, есть, есть. Мы это сделали, мы это сделали, мы молодцы, мы молодцы. О, топор, топором мы тоже кидаемся. Ну, собственно, топор это как и лук. А, ну-ка давай. О, тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк, все хорошо, все хорошо. Бомба. Пока что я не совсем понял, как действует бомба. Мне больше... А, вот как она действует. Все равно не понял, как она действует. Может быть, вы поняли, я нет. Я не понял, как она действует. Так, давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Ой, опять эта штукенция. Как я ее не люблю. Больше всего я ее не люблю. О! О! О, я забыл! Я забыл, что эти штуки обваливаются. Печенюшки вы недоделанные. Но ничего, слушайте, мы все равно повысили свой рекорд аж до 103. Как ни крути, было 52. Не так давно. А сейчас уже 103. Мы растем, растем в своем скилле. Видите, я уже быстрее двигаюсь намного. Уже не так прямо кое-как. А уже вот! Ой! Ой-ой-ой, иди отсюда! Полетай-ка, полетай-ка. Кстати, не знаю, что там внизу. Ой, опять! А, нет! Как? Я... Ну, хотя бы наш персонаж мило выглядит с этими выпученными глазами. Дядюшка енот очень-очень-очень не любит вот эти вот крутящиеся мельницы. Совсем они мне не нравятся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну ладно, это не так часто происходит, так что не так уж и обидно. А... Не знаю, как вам, а мне вот мельницы эти вообще не нравятся. Напишите, как вы относитесь к этим мельницам? Нужно ли им устраивать бойкот? Мне вот кажется, что нужно. Нужно, просто. Нельзя такие... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Нет! Вот жалко, назад нельзя. Когда ты такой впереди, и ты понимаешь, что на тебя сейчас упадут. И как бы... Уже никуда не деться. Просто. Кстати, смотрите облачко. Оно нам улыбается. Он улыбается. Она знает, что у нас все равно все будет хорошо. Кстати, вот здесь есть подарочек, видите? Есть подарочек, он через 7 часов откроется. В нем обычные денежки. Ну, монеты, потому что тут, в принципе, единственная игровая валюта это монеты. Больше тут ничего нет. То есть тут, кроме скинов и монет, так-то больше ничего. Так, тихо, тихо. Так, ага, идите. Так, а сейчас вы. А, они не падают, слушайте! На них печеньки не действуют. Нормально! Нормально, ну-ка иди вон. А, все, теперь я понял, как действует бомба. Теперь понятно, то есть ты ее прилепляешь к врагу, и враг взрывается. Вот что происходит, то. Тоже взрывается. Сейчас мы. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, вперед, вперед, вперед. Так, оп, смотри. А почему они так глаза не выпячивают? Почему я не могу их задавить своим весом? Я слишком, я, наверное, слишком... Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, нам повезло. Ну, снова мы встретились. Розовый-розовый-прирозовый. Слайм. Ты мне не нравишься. Так, давай. Нет. Как хорошо. Как хорошо-то вы. А я никогда от него не взрывался. А никогда такого не было. А вот теперь было. Теперь я понял, что с ним рядом вставать нельзя. Я думал, он действует только на наших соперников. Оказывается, нет. На меня он тоже действует, этот ящичек Пандоры, блин. Который открылся и совершенно не в нашу пользу. Ну ничего, зато мы собираем монетки. Да? Летишь? Опа! Меч! Меч! Я еще не брал меч, я не знаю, как он действует. Я хочу им прям порубиться. Наверное, он в ближнем бою действует, да? Ну-ка давай! Да! Да! Вы посмотрите! О, это просто нечто! Давай руби, руби, руби всех! Просто вперед! Просто рвемся! Ой, все, меч закончился. Все, мы больше уже не викинги, мы больше уже не воители, надо быть аккуратнее. Ну мы нормально, слушайте, мы нормально так прорвались-то, а? Мне прям понравилось! Не знаю, как вам, а мне понравилось. Так, сейчас подождите, вот они так прыгают. О, отлично, отлично. Просто... О, мы можем... Смотри, смотри, 251 монетка. Прекрасно. Мы теперь можем... Я не знаю, что это было. Мы что-то прошли. Не знаю точно, что. Опа, взорвался. Так, сейчас, вот этот. Мне не нравится этот парень, на. Мы прошли какой-то, я так понимаю,
то ли уровень, то ли что. Сейчас, дождемся нужного момента. Вот, погнали. Бомба, мне не очень нравится бомба, знаете, мне больше нравится, когда ты чем-то кидаешься. Потому что эту бомбу, да, ты нацепляешь на врагов. Ну как бы, а толку-то от этого? Иди отсюда. Так, ну здесь на самом деле... О, быстрее, да, иди, все. Какие от них куски мяса-то остаются, а? Ох, мы уже рекорд, смотрите, мы уже насколько мы уже прошли этот свой рекорд. Это очень и очень круто, давай, вперед, пусть не останавливайся, нет, ну это должно было произойти так или иначе через какое-то время, ведь на это направлена игра, но мы смогли с вами открыть, смотри, что это такое, стоп, а скины, я думал это на скины только, ну-ка, а за сколько скин, а где, сколько он стоит? Непонятно, его, наверное, можно... его, наверное, можно купить только за реальные денежки. А вот улучшить... Ну-ка, и что это мы улучшим? Офигенно, мы улучшили свое жилище. У нас вообще его не было. А теперь у нас есть жилище, откуда мы постоянно берем щит. То есть мы начинаем теперь свое приключение всегда со щитом. И плюс где-то вдалеке, я так понимаю... Есть какая-то... Ну-ка, вперед! Есть какая-то штукенция, которая... Которой мы не дошли. До которой мы совсем не дошли с вами, да. Абсолютно. Ну что ж, ладно, интересно. Игра немножко повернулась другим боком. И теперь есть какой-то даже стимул... Сейчас пусть взорвет. Взрывайся быстрее! Есть даже какой-то стимул к развитию. То есть, понятно теперь, для чего мы собираем... Они меня просто вот в этом промежутке... Промежутки меня... застрял я, короче, между ними. Застрял совсем. Енот застрял. Бывает. Итак, давайте я все же хочу просто дойти до вот этой вот какой-то штуки, которая... Быстрее! Давай! До вот этой штуки, которая была где-то там. Где-то там позади. Как тут-то? Как вот так вот тут? Я не знаю, почему мы там выжили, но он прям был на нас, то есть сверху, но мы почему-то выжили, хоть и погибли в другое место. О, какое у нас по-другому совсем рожится, да? Уже не сплюснуто, а как бы такая, чё произошло? В общем, ребят, если понравилась игра, ставьте лайки, пишите комментарии, естественно. И играйте в эту игрушечку, улучшайте свой замок, я не знаю, что там дальше получится, наверное, нам дадут будет давать мечи, луки, там, не знаю, что-нибудь еще, бомбы и какую-нибудь супер-мега-супер-пупер-пушку, не знаю, которую мы сможем сразу всех, хотя это было бы неинтересно. Ладно, заговорился я. С вами был Енот Слаймомёт, на этом все, хороших вам свершений, пока-пока.